Так, начинаем кубковую трансляцию. А, стоп, блядь, я нашел на сука, дайте мне, не позагать, ну я не... Играют Кайлыч, БЗК и Давитель. Ну дайте мне зайти, блядь. А вы стрим включили? Не, поставь нормальный поле в пизду. Все, бесполезно там что-то, это не слышно. Ладно. Да, идем нахуй. Эмдон, зараз. Фразь, ёбаная, чварь, ёбаная. Ой, блядь, как назад выйти? Никак. Заебись. Ты пересоздай. Давай пересоздавай. Дилыч, ты чё там опять пьёшь? Ну, не опять снова я пил. Честно, ёбнул уже за... уже за вечер, ёбнул. А? Пример цента тебя ничего не учит. Что не учит? Пример цента. Погнали. Да, погнали. Да, ну, я выпил себя по чистоту, дай почитаю. Два. Челя, я выпил. Ну почти все с половиной пил, выпил, ебал. Yes. Ну я взял сначала одну. Два спинта, кто вторую, взял уже третью. Бля, надо было прямо. Ну, блядь, ты хули делать, блядь. Вы шпидеры. А у вас продается под освоение, да? Чего? У нас просто закон вышел, больше полторашек нельзя. Ух, хорош. Я с мыслью не долетит нахуя. У нас только полторашки можно. Нихуя. Не, нихуя. Я вот два с половиной литра. Ну, до 10 могу взять. Наш прикол то, что вот после 10 вечера хуй бухой купит вообще. Там может быть есть там стазик. А так, блядь, нихуя. Вот даже ночных магазов нет. Чего нет? Ну, у нас есть магазы, где продают пивас ночные. Да, ну как бы есть там очень там тупо по связям. Так в основном не нихуя. У нас куча после 10 все облом полностью. То есть у нас вообще дохуя где можно купить. Даже в нашем захолустье. Да ёпта. Так у нас магаз. Единственное, что продавщица просит пакет типа купить тоже. А, типа черный, типа такой, выпальный. Не, просто пакет, ну да. Чтоб в руках не нести. Там лицензия бара или что-то такое у этого магаза. Короче, неофициально продают. Блядь. Ебали писать, идите нахуй. Да. И пиздеть тоже. Да иди нахуй. Да не, телефон вибрирует, бесит. Так ты его по яйцам положи, чтоб не бесит. Очки. Ложировались. Так долго вставал-то, сука, пидор. Да как он там сквозь, блядь, ну тела какие-то, блядь, отскочил. Пиздец, блядь. Ну реально какой-то, блядь, рандом, сука. Пояс я достал. Блин, не знал, что делать. Я уже пока хотел делать. Боялся, не достал бы. Да, блядь, сука. Да я вжму, а, блядь, чё он не жмётся, ребёт. Сука? Под любого. Ну а
нафиг убежал сразу. Хуй, кажется, дрон, бля. Черепашка 1200 сообщений не отдал. Да, они вообще заебали. Я когда читаю, хочется сразу два яйца засунуть. Блять, эти боты такие тупорылые, у меня вообще подкаты не делают, блять. Блять. Да, блять, хоть один бот подкатится, блять. Ты бегаешь сквозь толпу, блять, ботов, и никто, сука, не... Проходя сквозь толпу, я задел тебя в плечо. Ты вообще еле отбил вратарь. И ты упала рельсом в ебло. Да, ты должен подкатывать нормально, просто как-то внимание не обращает. О! Он снизу будет, а сверху будет хуёво мне. Марсианские хроники, вот тут вообще какой-то... Да-д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 а-
пиздец. Слишком просто было. Ты уже читал, как негры улетали на Марс? Негры? Да ёпта, блядь. Да почему, блядь, прочитал, мои все как фанера, сука. Они прилетели, там, четвёртая экспедиция или третья. Там чувак ушел и с ума сбрендил, и дальше всех отстреливал. Ёпта, блядь, твой вообще отбивает дух. А, ну это прям... самый центровой рассказ около про себя, этого, блядь, как его там звали. Спендер. Да, Спендер. А так, по чуть-чуть читаю. Ну, блядь. Да, блядь, ну я сверху, блядь, вернее, снизу, наоборот. Почему твои моих топчут, блядь? Так вот, если... Ну, не затягивающая хуйня так. Ну, бля. Ничего особенного. Нет, тут, типа, если ты, если я управляю... То есть, короче, если ты на бот, то не напаришься. Там в любом случае бот проебывает. Все равно 451 градус по Фаренгейту самый топчик. Тупо худеть. Ну да, наверное. И вот я еще по его делу. Походу в артале. Блять, это же вообще рандомный подкат, блять, он прошел. Да, блядь, не переключается, сука, на кого надо, блядь. Чё за говно, блядь? Переключаешься, он переключается дальнему, блядь, игроку. Ну да, вот меня больше всего бесит, да-да-да. Переключения ебанутые. Блин, тут его сложно, как бы, я и так сделал, типа, чё мог. Не, я не говорю, что да ты ёб виноват, ты как, я говорю, сука. Что они... Просто ебанутые. Да я понимаю, что всем не угодишь и все не сделаешь правильно, как надо. Бля, слишком рано. Но это бесит просто все. Даже больше бесит, чем волосатый попчик. Да ёпта, блядь, трахает. Почему кривой навес получился? Чё за говно, блядь? Да, блядь, ну вот хуйня, блядь. Как он так навесился? И, блядь, мечтал, чтобы гол забить, блядь, взял. Голевой атаку тебе начал, блядь. Бесит, сука. Интересно. Ой. Тоже диагональ нажал. Да я-то не жал, блядь. У вас Мафут автономное отопление? Нет, центральное. Такое автономное. Да как, блядь, в касание, блядь, ну это пиздец. Да, это на чекуню, который сыграл. Да ёбаный, сука, кайлыч, блядь. Ну, все просто движения, блядь. Какой? Да ёбаный, блядь, бежит, блядь, бежит, сука. Бежит, блядь, сквозь мяч, блядь. И не может отбить, блядь, в падении. Чё за говно, блядь, как он так бежал, блядь, и не добежал. Почему он не мог, блядь, выдвинуть мяч, блядь, как обычно? Бля, я вообще наполняю сейчас.
радости. Видно, ты можешь. Да пиздец, кружечка. Блять, заткнитесь, ёбки ебаные, блять. Вот так, вот так он не сделал, как я сейчас сделал. Пиздец, какой у нас старый. Да пиздец, 7,5 литров пива, я вообще нахуй сдох, наверное. Какой кукарек вообще. Совсем пошли с этой стороны. Нет. Я максимум тетёра выпивал пиво. Давитель притих, значит гол забил. Да я проёбнул за 40 секунд до конца, блять. Да блять, у него, сука, отбивает он прям перед собой. Вообще ни вниз, никуда, ни в сторону, блять. Ну, рандомное жало, да. Отбивание, вот только у Кайлоча всегда отбивает как надо, блять. У меня всегда такая хуйня против меня. Бля, вот это хуёво, очень хуёво. Да как, блять, как, сука? Чё ж ты за везучий такой хуй-то, блять? Ну просто везёт Кайлоч, блять. Вот моим соперникам всегда везет. Да, блять, и никого, да пиздец, блять. Пизду. Тупой один гол, блядь, все решил. Ты наполненный, да какой наполненный? Тебе везло, блядь, шлюхи последние в пизду, блядь.